Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв». Я вас вітаю в студії, працює Марина Шкорупська. В програмі «Розмова на тему». І сьогодні я рада вітати нашу гостю Валентину Ткаченко, голову благодійного фонду «Доброта і довіра». Доброго дня. Доброго. Валентина, для тих, хто вперше про вас чує, хоча сумніваюся в тому, що багато людей таких є, але все ж таки, коротко про фонд. Що це за фонд і чим займається? Фонд уже существует официально у нас уже 2 года, да, уже пошел 3-й. Я очень рада, что действительно он развивается. Прямое направление фонда – это культурное воспитание. Вокал, хореография. Мы занимаемся с детками малообеспеченными, многодетными. Есть специализированная группа инвалидов. Мы их учим танцевать, петь. Еще мы имеем замечательные костюмы. Растим таланты, с ними же выезжаем на разные конкурсы, фестивали, делаем свои, очень много благотворительных концертов, объезжая практически всю нашу область, это реабилитационные центры, детские дома, приюты, интернаты. Как говорится, мы не только им привозим тот гуманитарий, который, ну, как обычно принято, да, сладости, как там вещи какие-то, мы им дарим праздник, а это самое главное. Валентина, что вас подтолкнуло к созданию фонда с такой деятельностью? Ну, наверное, все начинается, как говорится, изнутри. Исходя из того, что мой муж хореограф, да, танцор, мы оба танцоры. Он в свое время когда-то работал, преподавал, был тренером, постановщиком. В принципе, он сейчас к нему люди обращаются по постановкам свадебного танца или там какого-то номера. То как-то, наверное, решили воплотить все, что у нас есть. И как бы исходя из того, что у нас было 2 детей, сейчас у нас 3, все-таки жизнь нам легче не становится. Я смотрю, что даже исходя из своей семьи, что тяжело. Дети не могут себя нигде пристроить, если нет финансирования. За какой-то там любой нормальный профессиональный, когда клуб, если мы куда-то идем, нужно платить в месяц, плюс пошив, плюс какой-то выезд, да, плюс участие. А у детей, ну, у родителей финансирование такого, допустим, нет. А дети бывают там талантливы. И все равно их нужно развивать, я считаю. Потому что как бы дети не должны касаться ни войны, ни политики. Куда им деваться? На улицу, потом говорят, сложные дети. Нет, они не сложные, они замечательные, хочу вам сказать честно. Но им просто нужно дать возможность направить, что им делать, если их никуда не берут и нет возможности это сделать. И, наверное, благодаря этому как-то мы открыли это направление и решили перейти полностью на благотворительность. У нас вот самих сейчас 3 детей, у меня мама на инвалид. И я знаю, что такое просто тяжело. А я знаю, что какая благодарность для меня, это самое большое, когда я вижу своих детей на сцене, они выступают, они светятся, они знают, что они значимы, они видимы, их замечают, и они что-то могут. Вот это вот классно. Со сколькими детьми вы сейчас работаете? Вообще, как вам дети попадают? Многие приходят, услышали там объявление, кто-то там, как говорится, сарафанное радио сыграло. Многие просто узнают, что вот есть такая категория, там есть платная или бесплатная, да, основа, льготные. Мы просматриваем детей, то есть как бы льготные категории группы у нас ограничены, потому что зал небольшой, мы существуем, к сожалению, только за свой, как говорится, бюджет. Так как мы не подключены ни под один бюджет какого-то основного спонсора, либо госбюджет, мы существуем только за свои собственные средства, и либо помощь тех людей, которые нам помогают в пошиве, в сборе гуманитарии, да, допустим, или в поездке того же транспорта. Поэтому, как бы, наверное, скажем, просто на люди, наверное, больше общаясь и видя нас на концерты, приходят, спрашивают, а можно нам? Ой, мы там видели. И если есть возможность, то я считаю, что, конечно, приходите. И каждый ребенок, в каждом ребенке что-то заложено. И хороший педагог должен это рассмотреть. Я считаю, что на нашей базе это, есть такие педагоги. Валентина, ваш фонд всегда живет какими-то акциями. Ну, акция – такое некрасивое слово по отношению к тому, что вы делаете. Ну, вот так сложилось это называть этим словом. Но постоянно у вас бурлит жизнь, постоянно что-то происходит, постоянно вы или к чему-то готовитесь, или накануне чего-то, или что-то стартует у вас. Что сейчас происходит? Ну, сейчас сказать много чего, если честно сказать. На самом деле очень много происходит, потому что как бы летом мы не сидели сложа руки, нам вот обычно что-то надо было. Там то мы собрали посылку, отправили в Киев, в Калыску життя, там мы помогали гуманитарию, там Калыска життя занимается помощью беженцев с АТО, это мама с маленькими детьми до 3 лет, либо беременными, которые вот... То мы собрали в зону АТО девочкам, там из интернатов переслали тоже что-то, пока как бы мы не работали, не танцевали, дети немножко распустили, потому что было тяжело, они очень много выступали, ну и нам нужен был передых.
и обратно же как бы сидя уже в этом всем, и вот возрождаются идеи, и я их уже воплощаю. На сегодняшний момент стартовала самая большая мега, для нас это такая вот мега-супер масштабная акция, потому что мы еще таким, честно сказать, не занимались, но я все-таки верю, что она у меня получится, потому что эта акция обратно же настроена на людей. Вот любая наша акция, это настроена на то, чтобы собрать людей, соплотить, и чтобы они все вместе сделали что-либо. Не каждый человек что-то там принес, дал, все, галочку поставил, сделал доброе дело, да, ушел. Нет, они должны прочувствовать, узнать, понять для чего, и все вместе сделать что-то одно большое. Тут для меня вот это вот было бы большим показателем. Значит, стартовала акция «Сотня великих сердець». Для меня большое сердце – это значит, что человек должен чем-то пожертвовать, что-то отдать, ну, ради чего-то хорошего, благого, да? И вот зародилась такая идея, так как у нас есть мамы, у кого детки-инвалиды, либо многодетные, которые нам помогают обшивать наших детей на фонде. Uh-huh. У нас замечательные костюмы, я им очень благодарна, они стилизованные, мы их разрабатываем как в шоу. Честно сказать, что мы когда выступали вот на последнем фестивале, это был... замечательный фестиваль, нам сделали, как бы сказать, большой плюс, что у нас очень необычные костюмы. Это все вот наши говорится, мамы-рукодельницы. Мне воплотилась идея, почему бы не создать ателье швейное для таких мам. В принципе, они все шьют дома непосредственно, да. Где бы они собирались и работали, да? Да, то есть будет определенное там помещение, где они будут работать. Те же будем шить костюмы, что я все-таки планирую сделать еще больше развития внучков фонда, на больше детей, дать им возможности развиваться у нас. Мы шьем очень много, потому что у нас за год каждая группа минимум 5-6 номеров, а в каждой группе это минимум 14-15 человек. То есть это энное количество, согласитесь. То есть как бы вот мы должны собрать 100 человек с определенным взносом денежного плана, да, чтобы собрать минимальную сумму 300 тысяч, то есть минимальная сумма на это 3 открытие тысячи. Этого цеха нужно, да, на открытие 300 тысяч. Ателье, да. Но это минимально. Конечно, если кто-то там захочет получить внести больше, это будет, конечно, еще лучше. Но хотя бы исходя из самого минимума, мы можем закупить, допустим, необходимое оборудование, сделать, арендовать помещение. И хотелось бы, чтобы этот пошив нашего швейного ателье был направлен обратно же на благотворительность. Мы бы обшивали, может быть, помогали с каждым выездом, когда мы выезжаем, мы бы шили бы новые вещи, тоже постельные, допустим, пижамы или что-либо еще, то есть какую-то серию своих товаров. То есть не только костюмы для выступлений, да? Да, мы хотели бы заниматься благотворительностью и везя в концертную программу какую-то либо там интернат, либо какой-то реабилитационный центр, вести свою продукцию новую. То, что деткам востребовано, то есть бесплатно обшивать тот либо иное учреждение, куда мы едем со своей концертной программой или с визитом, но уже передавать то, что делают наши девочки своими руками, то, что, знаете, все сделано своими руками, оно всегда идет с душой. Вот. Может быть, вполне возможно, если у нас получится и все-таки мы наладится это производство, мы бы могли в городе помогать. Очень много переезжают переселенцам в зону АТО, да, вы знаете, они приезжают с одной сумкой, бывает даже вообще без ничего. Очень востребованы для детей очень многие вещи. Особенно самое ходовое, это там как постель, это вообще, то есть как бы на улет у нас. И то, что сейчас дорого, в принципе, если приобретать. Да, оно в ходу, и я просто, ну как бы обратно же, в конце тем, что я сама мама троих детей, я просто знаю, что такое собрать одного, не будем говорить за троих, или там, или когда у тебя вообще денег нет, чтобы поесть, да, тебе что-то надо. Конечно, бы хотелось что-то пошить какую-то, может, какую-то одежду им сделать, там, налить какие-то сарафаны, там, панамки, я не знаю. Но все, что, ну, я считаю, что у нас такие вот девочки, вот я вот им перед ними склоняю голову, они вот там дизайнерски разрабатывают, вышивают, лентами обшивают. Это для меня эти такие вещи, вот знаете, как шедевры. И я считаю, что такие вещи мы могли бы и дарить тем, кто в этом нуждается, чтобы дети как бы получали что-то новое, что-то хорошее и необычное. Для них это не просто принес конфетку, а действительно одеть новую вещь для них, а не бушку какую-то. Это очень много значит. Ну, конечно. И что сейчас, на каком этапе это ваш проект? Так, акция, это уже не акция, это да, проект. Да, нет, проект. Это очень масштабно для нас. А вот этот проект стартовал 16 числа. Он будет идти 100 дней. 16 июля. Да. Вот он будет идти 100 дней. То есть 100 человек, 100 дней. Вот мы должны за эти 100 дней собрать эти 100 человек. Никого за руку мы не тянем. Мы просто оглашаем информацию, предлагаем поучаствовать. Честно сказать, я была вот немножко удивлена тем, что нас все-таки знают. И знают то, что мы никогда не просим денег, у нас нету никаких там, внутренних там, оборотов. Как бы, да, оборотов, такие, чтобы там можно было за нами рассматривать, что что-то не так, да, у нас там взяли на то, не купили или что-то еще. Мы никогда, в принципе, никогда не собираем. Мы собирали игрушками, гуманитарием, там, сладостями. Для меня, как бы, наоборот, я говорила человеку, не надо мне деньги, я их не возьму. Купите, принесите, и я буду вам очень благодарна. Вы поехали с нами, вы просто даже это подарите. Человек это просто чувствовал на себе все. Вот. Собралась первая пятерка. И, честно сказать, я
вот радуюсь от всего сердца, что это насколько разноплановая пятерка. Это простая рабочая семья, где двое детей, у них родился маленький сейчас ребенок тоже. И вот они по крохам собрали, и они всегда, в принципе, помогали нам. Хотя даже сейчас, что у них родился ребенок, нет, мы хотим в 11-ю пятерку, мы очень хотим стать, не то, чтобы просто в этой сотне быть, мы хотим что-то сделать очень хорошее. И вот, честно сказать, вот меня греет душу, что есть такие люди, они отзываются. Есть среднестатистическая семья рабочая, есть депутат народный у нас, есть крупный предприниматель. Скажем, ну вот когда я их соберу, взносы будут внесены на наши счета, да, я тогда официально оглашу эти фамилии и проанонсирую все, и скажу им огромное спасибо, как говорится, за Качин первый, и скажу, что действительно я рада, что вот, хотя они все разноплановые, но они согласились участвовать, и вот у них действительно большие сердца. Чем завершится этот проект, кроме открытия? Соберется сумма. Мы, как всегда, сделаем концертную программу, где они увидят, ради чего они все это, в принципе, делали, где мы покажем этих работниц нашим мам, покажем то, что они уже сейчас могут делать и ради чего это делается. И будет награждение, номинация. Каждому подарится именная подяка, которая будет иметь название «Я маю велике серце». И мы сделаем большой список. Только еще не знаю, мы еще не придумали красиво, как, на чем это сделать, либо на дереве, либо это как-то выбить красиво на основе какой-то большой, и повесим в нашей мастерской при входе вот эти фамилии 100 человек, чтобы они знали и понимали, что мы им всем благодарны, и без одного бы ничего бы не было на самом деле. Все они важны, и все они большие умнички, и они действительно будут иметь большое сердце, то есть они получат, то есть как бы в память от нас подяку, и увидят, ради чего мы работаем, и всегда они останутся, как говорится, в азах начала нашего швейного предприятия. Как вас найти, куда обращаться, кто может обратиться к вам? Мы, как говорится, мы всегда на Фейсбуке и ВКонтакте, у нас есть группа, так и называется «Доброта и доверие», либо вы всегда можете найти как бы меня, Валентина Ткаченко, я всегда отзываюсь, то есть пишусь, всю любую информацию, в принципе, каждый день анонсируем в наших группах. Также наша база находится, где мы развиваем свой вокал и хореографию Лягина 28, это на 34-й школе, на базе 34-й школы есть оборудованный танцзал, где мы работаем в культурном направлении. Вот сейчас, как говорю, с 1 числа мы обратно добираем новые группы. Все-таки, как говорилось, как бы нам ни было тяжело, как бы нам ни было сложно, не имеем мы поддержки, имеем и предвыборную кампанию, и, как говорится, война сильно по нас ударила, но мы в этом году обратно, в том году уже открыли дополнительные группы льготных мест, и в этом году мы обратно открываем дополнительные места льготных для детей, которые могут бесплатно у нас обучаться. Поэтому, придя к нам, мы можем предложить, то есть посмотреть ту либо иную категорию, это будет категория зоны дети, а то в этом году мы возьмем, и возьмем малообеспеченные. Если у вас есть справка с объекта, что вы получаете пособие по малообеспеченности, и у вас есть детки от двух и больше человек, пожалуйста, приводите в возрастную категорию. Первая – это 3-5 лет, вторая – 6-9 лет. Мы готовы взять. А с переселенцами каким образом вы работаете? Вот как вы их находите, или они к вам обращаются? Ну, как это... они вообще? Вот люди переселились с другого региона, они как они могут помощь, знать? Знаете, вот они обращаются в разные инстанции, они по людям обращаются, они ходят по разным фондам. Потому что вот иногда бывает так, что говорят, ну, там, они подали документы там, да, на получение какого-то там пособия. Ну, это все быстро не делать, не распадается. У них там, грубо говоря, одна сумка с собой. Вот все, что успели ночью схватить, да, иногда бывает же так. А приехали у них, не один ребенок бывает приехал, там, с двумя, с тремя детьми. И как-то, не знаю, люди передают, либо просто то, что, знаешь, как стучать в каждую дверь, все равно где-то кто-то что-то откроет, они находят, то есть, как бы, ответ. Но у нас обычно люди сами как-то нам звонят и говорят, что, мол, типа, мол, я слышала, вы помогаете, я, ну, что у нас культурное направление, ну, говорю, что у вас, как бы, детей мы никогда не обижаем, мы действительно, вот у нас там такой-то ребенок, они предоставляют документы, вот нам даже там жить негде или что-то еще, тут мы, ну, как бы, если у меня есть возможность и время, и это мы стараемся помочь, там, собрать одежду, в принципе, для нас не сложно, что у нас, как бы, мы очень узнаваемы в городе, и мы уже не раз собирали гуманитарий, поэтому только стоит дать клич, какой-то там минимум мы всегда насобираем, какие-то, может быть, фрукты для детей, какие-то средства гигиены самые первые необходимые, может быть, какие-то продуктовые пайки, это всегда мы можем собрать, то есть по минимуму, но можем, если у нас действительно сейчас вот есть возможность, то есть как быстренько обзвонить и сделать. У нас даже была так, приехала семья, двое девочек, да, там что-то 9 и 12 лет, нигде ничего, дети спали на полу, потому что, в принципе, то, что там мы смогли им найти, без мебели, без ничего, как-то так вот, что мы буквально за 2 дня одежду собрали, двухъярусную кровать нашли, там все необходимое мелкое нашли, и вот сейчас уже
уже хорошо, то есть как бы. Ну, и не хотелось бы за большим не увидеть малого, да, малого, но столь же значимого, то, что у вас происходит и что вы делаете. Я знаю, что вы не только создаете свои проекты, участвуете в других проектах, везде, где возможно. Чем еще живете сейчас? Ну, как бы, знаете, говорят, я очень большая, на самом деле, да, вот я очень большая общественница. У меня мой муж, и там дети как бы не подключены, но вот я очень, я просматриваю, где какие возможности есть помощи, либо там советы. Ну, вообще, то есть, как бы я люблю принимать активную жизнь в той либо иной сфере, потому что я считаю, что наша общественность много от чего, ну, как бы зависит, потому что люди иногда не знают, не имея информации, там, недополучая ее, то есть они не могут либо, ну, там, что-то приобрести, сделать, либо что-то понять. Вот буквально, как говорится, недавно так получилось, что, конечно, я познакомилась с замечательными людьми, что сначала как-то у нас вышло так, что мы отбивали права детей по 2.50, когда им не разрешали ездить. Моего ребенка, да, вы слышали, что было такое, выгоняли маршрутчики, не хотели возить детей, да, моего ребенка неоднократно были выгнали. Мы связались с общественниками по транспортному делу, да, и мы сделали рейды, все, маршрутки начали брать по 2.50. Потом, оказывается, когда была сессия горсовета, что льготный проезд не отменили, и что дети, которые 3 и больше ребенка многодетные, могут ездить бесплатно. Все, маршрутчики, они вообще не хотят на эту льготу вестись, да? И когда мой ребенок 2-3 раза пытался проехать по ученическую с документом, что он многодетной семьи, а один там закрыл дверь, чуть не придавил его, второй там выгнал сам грубым это. Обратно меня, общественники меня поддержали, на фоне меня мы предоставили, написали 2 или 3 жалобы, мы высказали свое мнение по этому поводу, и я хочу сказать, обратно же сделали рейды на 10 или на 12 маршрутах, и сейчас мой ребенок ездит бесплатно на маршрутках, я вам хочу сказать, что... Ну, скоро у нас уже опять тариф по 2.50 с началом учебного года возвращается, а я знаю, что к началу учебного года у вас сейчас тоже есть проект, который проект направлен на помощь школьникам, малообеспеченным школьникам. Что это за проект? И я знаю, что вот-вот уже у многих родителей начинает болеть голова, как собирать детей в школу, а у вас она уже болит давно, потому что вы собираете не одного ребенка, как минимум 65. Да, у нас в этом году нам обратились многодетные семьи, у кого от 3 до 6 детей, то есть такие у нас. И понятное дело, что у одного ребенка тяжело собрать школу, а если там 2-3, тем более, которые новые идут, да, первоклассники, то их вообще очень тяжело. Мы везде постили, везде обращались, как бы вешали объявления, что у нас в июне месяце стартовала акция «Собери портфель школьника». Смысл этой акции заключался в том, чтобы любой человек мог бы принести что-либо связанное со школой. Линейка, пластик, фломастеры, карандаши, тетрадки, какую-нибудь мелочь, ну, даже если бы каждый принес понемножку, оно, в принципе, собралось. Ну, либо просто люди на лето как-то разъехались, наверное, по морям, либо просто им, наверное, в последнее время было не до этого, потому что сейчас переживают больше за газовый тариф или не знаю за что там, то как-то нас не слышали, буквально всего лишь пару человек пришло, там принесло пару торбочек, там, по пару позициям, и, конечно, для меня это стало как бы не то, что неприятно, а как бы не по себе, потому что дети ждут этого. Понятное дело, что все равно фонд найдет средства, мы или закупим, или где-то еще найдем, мы добьем, но хотелось бы, чтобы люди приняли участие. Не из-за того, чтобы просто что-то от себя оторвать, а наоборот, принять участие, внести вклад в доброе дело какое-то элементарными вещами. Что сами же будете вскупляться в школу своим детям. Купите на один карандаш больше. Это же не то, что я для себя прошу. Наверное, просто еще не особо покупки к школе совершают. Вот август. До какого числа можно к вам? До 26 числа. Мы еще последние, как говорится, мы стартовали, и все лето мы говорили, что будем собирать, они, люди могли обратиться, принести на точки, где мы указывали, либо связаться с нами. То есть у нас, в принципе, ездил человек, который мог собирать любого времени, если там, допустим, это, ну, как бы там пару пакетиков, да. Мы в сказке, если у нас все получится, 25 числа сделаем концертную программу и как бы закроем эту акцию там, где люди могут прийти поучаствовать в концертопраме, в игровых каких-то там мероприятиях, и плюс принести тот же гуманитарий школьного плана, либо какую-нибудь другую там вещь или сердце гигиены, которую бы можно было тоже бы передать этим детям. И в Каштановом сквере мы как бы от себя, как от фонда, закроем тоже концертные программы, но это будет последнее число, либо 29, либо 30 числа, где акция полноценно закроется, и все, что мы соберем, мы это проанонсируем, скажем большое спасибо всем, кто нам помог, и отвезем этим деткам и сделаем фотоотчет. То есть еще раз, у вас 65 детей, которые вы планируете собрать детей в школу. И все они разные, от 1 класса до 8 класса. Это констовары, портфели. Это может быть все. Это может быть обувь,
Это одежда. Ну, в основном это канцтоварный, что самое дорогое. Это портфель и все, что туда можно положить, как говорится. То есть ручки, портфель тетрадки. Со всем содержимым. Да. Мы играем в игру, что нужно для школы, что не нужно. Ну, я понимаю, что как бы все купит, это очень ничего. Но даже говорю, если каждый человек просто хотя бы по пару бы позиций бы принес, уже бы один портфель бы собрался. Вот так вот. И еще хотелось бы... Я знаю о вашем участии в акции, ну, это не акция, это, опять же, проект, общественный проект, который у нас открылась на автовокзале, комната для бойцов в АТО, да? Да. И вы и туда уже проникли, насколько мне известно. И, опять же, я знаю, что вы хотели бы обратиться к остальным нашим зрителям. Да. Как можно в этом поучаствовать? Ну, это, знаете, как говорится, это уже, скажем, не так, как фонд обращается. Там я тогда попала, скажем, не как фонд, а как вот общественник просто, да, обратно же. Благодаря тому, что у меня муж печет, и печет очень вкусно, у меня возродилась идея проэксплуатировать его в благое дело. Я знаю, что открылась комната отдыха для ребят, перед тем, как они приезжают к нам на автовокзале, у них есть время, там час, бывает 40 минут, бывает немножко больше, для того, чтобы, допустим, перекусить, там есть бесплатный Wi-Fi, да, там, ставить сумку, просто отдохнуть и сесть и уехать. То есть очень часто, ну, как бы они, ну, скажем, голодные, холодные, да, бывает такое. То есть как бы в этой комнате ребятам предлагают чай, кофе, бутерброды, там, печенька. В зависимости от того, что у них там есть на смене, да, там ребята могут оставить вещи, там пойти куда им надо, то есть мне надо следить. Сейчас я очень благодарна Юрию Барку, он сейчас ведет беседу, что если у ребят большое количество времени, допустим, до отъезда, там, допустим, они приехали выпить, там вечером уезжать, потому что это в разные области, разные города, они разъезжаются, то он хочет договориться с зоопарком, чтобы им сделать туда экскурсии бесплатные. То есть это очень тоже хорошо, хорошая, замечательная идея. То есть не одна я такая говорю чем-то. С моей стороны, я использую средства, которые у меня есть. Наш папа печет. Ну да, и зоопарк там недалеко. Да. И мы взяли под патронат, вот, скажем, выпечку. Мы каждый день, каждый вечер на вечернюю смену, ну, скажем, часов с 6 до 8 там промежутки, мы везем съезжую всегда выпечку. Наш папа печет булочки, кексы, хлеба, ну, все, что можно сделать своими руками. Всегда это горяченькое. И когда ребята приходят, они отказываются от бутербродов, конечно, то домашнюю горячую пищу, вот такого плана, для них это, сейчас сказать, у них глаза загораются, и вот они с таким аппетитом. Ну, пахнет такой, дома, да, просто. Да, да. И я бы хотела обратиться к нашим жителям города Николаева, если вы не знали, что действительно существует там такая комната, туда требуются на дежурство волонтеры, которые они там по 6 часов посменно дежурят. А лучше всего хочу обращаться к нашим, к мамам, к хозяюшкам, к женщинам, к женам. Если у вас есть возможность, спеките. Если у вас есть папа-хозяюшка, который печет, да. Пусть он испечет, да? Ну, или так, либо это. Если у вас все-таки есть возможность, хотя бы там по одной порции какой-то там того же пирога, или печенюшек, или те же экс, спеките, отвезите им, поверьте им, это, и сказать им просто спасибо. Я смотрела в их глаза уже не один раз, я видела, с каким они удовольствием, благодарностью говорят за это все, просто элементарное спасибо. Это минимум, что я могу им дать взамен. Поэтому действительно это очень приятно, и я хотела, чтобы все-таки общественность подключилась. Если да, я поняла, что есть такая, что, допустим, ты спек, а не можешь, как бы говорится, привезти, я могу оставить свои координаты, пожалуйста, я могу приехать, и везя, скажем, свою партию на смену, я могу захватить в каком-то районе вашу и тоже подвезти, либо заранее договориться, то есть как бы мы заберем, ну, чтобы доставить. Потому что все, что сделано обратно же своими руками, кладу туда душу. И все-таки это домашнее, это действительно для них это очень значимо. Ну, сейчас, пока мы с вами здесь беседуем, ваш муж наверняка придумает, что печь на сегодня, или уже придумал. Уже тесто он обычно делает руками, пары всякие, то есть они тоже там, знаете, как тех машинках. И что на сегодня? У него сегодня улитки с яблоком там. В тот раз были косички, потом были кексы, хлеб чабат он делал, честно хочу сказать, в этот раз у него там улитки с яблочками. Ну, мы можемо пожелати таки смачного бійцям АТО, які сьогодні будуть повертатися додому через Миколаївський автовокзал. Ну, а я хочу ще раз привітати наші студії і висловити велику подяку за вашу діяльність голові благодійного фонду «Доброта і довіра» Валентини Ткаченко, яка в своєму житті, напевно, керується принципом, що чим більше ти віддаєш, тим більше отримуєш. У цьому випадку морально ми отримуємо більше, коли від щирого серця щось віддаємо,
тому, хто цього потребує. Дякую вам ще раз, здоров'я вам, вашим трьом дітям, тому що ми не перестаємо дивуватися тому, звідки у вас стільки сили і енергії, маючи трьох маленьких дітей, ще стільки добра творити навколо себе. Дякуємо, будьте здорові, а ви залишайтеся з нами на телеканалі «Миколаїв». Дякуємо, що були з нами, приєднуйтеся до тих проєктів, про які сьогодні говорила Валентина. Я думаю, що це не так складно частку свого серця віддати тим, хто цього потребує на даний момент. До побачення, будьте здорові!